спаленные жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме... Знаем мы друг друга, чтобы друг друга позабыть. Безбожно, чтоб не любить, как я любил, или женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил. Любого в мире сильнее гипноза ее словесность. А сейчас, дорогие друзья... Я думаю, что это такое начинание, которое объединяет, потому что я помню, и в детстве как-то собирались дворами, и песни пели вместе, и играли на инструментах, и гармошка звучала, и гитара. Как-то это объединяло людей очень хорошо. Сейчас, я думаю, что возвращается здесь, во всяком случае, в Казани. Сергей Безруков является символом нашей молодежи. Люди очень счастливы, и вы видите, сколько народу пришло. Я думаю, что это правильно, что такие дворики проводятся, и такие люди, которые приходят сюда, известные люди, они по-настоящему дарят людям какое-то вдохновение к тому, чтобы читать стихи, прозу, чтобы писать стихи, и чтобы быть просто счастливым.